июле 1745 года в Барнаул вернулась крупная исследовательская экспедиция. Она собрала обширные сведения о северо-восточной части Алтая, в том числе приграничных тогда землях рядом с Телецким озером. Геодезист Пимен Старцев составил подробную карту обследованного района, на которой, что важно для нас, впервые детально показан Барнаульский завод. Это был первый, как говорится, вариант сереброплавильного, тогда еще полностью деревянный. В июле 1926 года в Барнаул прибывает художник-путешественник, философ Николай Рерих. Алтай – важная точка его масштабной центрально-азиатской экспедиции. В Барнауле он с супругой Еленой Рерих остановился в гостинице «Империал», которая, увы, не сохранилась до наших дней. В Барнауле тогда в мире и согласии проживало множество национальностей. Возможно, поэтому Елена Ивановна записала тогда в своем дневнике: «Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычайное ощущение этого города. Нам кажется, что это грядущая столица мира». Узнаете? Да, по одной из версий, настоящий автор фразы «столица мира» — супруга Рериха. Из Барнаула экспедиция отправляется в Уймонскую долину и далее к подножью горы Белухи на поиски легендарного беловодья и таинственной подземной чуди. Родина. Какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Так отзывался о родном Алтае знаменитый писатель, актер, режиссер Василий Шукшин. 25 июля 1976 года на Алтае впервые прошли первые шукшинские чтения. Они стартовали в Бийске, а на второй день переместились на родину писателя в село Сростки. Постепенно они стали настоящим брендом одной из визитных карточек Алтайского края. Начиная с 1999 года к чтениям добавился кинофестиваль, и все это вместе стало называться «Шукшинские дни на Алтае». Отныне каждый год они привлекают в Сростки десятки тысяч поклонников творчества Шукшина.